Партнер выпуска — цветочная лавка «Лебутон». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я Наталья Сметанка, рада новой встрече с вами. И мы начинаем очередной спецвыпуск на телеканале РЕН. Живые цветы – самый приятный подарок женщине, особенно если необычный букет – плод творческой фантазии и изящного мастерства флориста. Удивительные цветочные ансамбли – настоящие шедевры, способные покорить сердце вашей любимой. Такой подарок всегда принимается с радостью. Цветочные творения станут необычным дополнением в интерьере и будут напоминать вашей женщине о приятном дне и теплом поздравлении. А по-настоящему удивить романтических особ помогут авторские интересные куклы. Если вы хотите сделать оригинальный подарок для тех, кто вам дорог, обязательно обратите внимание на эко-человечков. Простой и незамысловатый подарок способен поднять настроение вам и вашим близким. Эко-человечков просто необходимо завести у себя в доме как символ уюта и позитива. Каждый такой человечек выполняется вручную, с душой. В комплект входит сама фигурка в коробке, грунт и газонная травка. Никаких хлопот, все включено. Эти обаятельные сувениры действительно могут принести в ваш дом или офис чуточку света и тепла. Ну как можно не полюбить семейство эко-человечков, которые в своем разнообразии поз прямым текстом говорят: «Вставай, сегодняшний день будет еще лучше, чем предыдущий». У них столько образов, настроений, каждый найдет в них себя. Кем бы вы ни были, присмотритесь, это о вас. Романтик, йог, победитель, мечтатель, танцор, беременяша, атлет или игривый малыш – какой из этих образов ваш? А может быть, вы предпочитаете смотреть вглубь вещей и событий, цените многозначные образы и притчи? Тогда для вас эко-обезьянки. Их трое. Слепыш с позиции «ничего не вижу», игнорик, говорящий миру «ничего не слышу», и молчун «ничего не скажу». Эко-человечки настолько милые и многофункциональны, что вы обязательно с ними подружитесь. Они могут менять прически, если вы захотите использовать как цветочные горшочки. Они способны сохранить в своих головках все самое ценное, что только вы им доверите. Сложите туда украшения или необходимые мелочи. Все ценное всегда будет под рукой. Цветочная лавка «Лебутон». Во всем есть своя мода, ей подвластна и кулинария. И сейчас мода на миндальное печенье макаронос. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Хрустящее снаружи и мягкое внутри. Макаронс – знаменитое французское пирожное, красочный, изысканный десерт. Традиционно макаронс готовится из миндальной пудры, яичных белков, молочных продуктов и различных добавок. Две половинки этого чудесного пирожного зачастую окрашены в различные цвета радуги и соединены кремом или конфитюром. Цвета и вкус варьируются как от самых нейтральных оттенков – шоколад, фисташка, так и до самых ярких и приковывающих взгляд – малина, вишня, маракуйя. В Тольятти именитый шеф-кондитер, прошедший обучение и стажировку во Франции, готовит макаронс по оригинальному рецепту из натуральных ингредиентов высочайшего качества. В наличии широкая палитра вкусов, достигнутая без использования консервантов и других синтетических добавок. Изысканный подарок коллегам и партнерам, комплимент близкому человеку. Макаронс – лучшее предложение к любому празднику. Заказ доставки можно оформить ежедневно с 9 до 8 вечера по телефону 61-29-07. Простите, мы не могли определиться, какое из предложений вам понравится больше. Скидка 20% на кухне. Столешница в подарок. Выбор за вами. Мария. Совершенство букета проявляется в природной простоте и естественности, в первозданном очаровании, красоте и свежести цветов в сочетании с образом. Профессиональные флористы цветочной лавки «Лебутон» создадут именно тот самый букет, который подчеркнет грациозную нежность и торжественность одного из самых значимых событий в вашей жизни. «Метро» – это отличное качество и готовое решение для вашего бизнеса по доступным ценам. Станьте клиентом «Метро» сегодня. You and Metro. Вы и «Метро».
Информационный портал City Traffic Тольятти. Мы делаем новости вместе с вами. Присылайте видео на сайт City Traffic Тольятти и получайте деньги на телефон. Подробности на портале. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Я, Юрий Витошин, рад вас снова видеть у телеэкранов. И сегодня в нашей кулинарной рубрике «Бон аппетит» мы приготовим с вами салат из краба и артишоков. Для этого нам потребуется артишоки, оливки, конечно же, краб, оливковое масло, микс, лимон и авокадо. Начнем с нашего авокадо. Нарезаем его. Поворачиваем. Достаем кость. И таким вот движением отделяем авокадо от кожурки. Ну и нарезаем вторую часть. Чтобы наш авокадо был очень пряненьким, таким кисленьким, поливаем его лимоном, и он как раз у нас еще и не почернеет. Лимоном, немножко соли морской. Оливковое масло. Сейчас сразу добавляем артишоков. И вот так вот их разбиваем. Пришло время самому интересному. Достаем краба. Посмотрите, он уже такой вот в пакете. Да, и добавляем нашего камчатского краба в наш соус. Все это перемешиваем. Теперь, друзья, добавляем оливки. Оливки у нас с косточками. Это мы берем оливки, слегка их прижимаем. Посмотрите, оп, косточка у нас в руке. Ножом, оп. И косточка у нас в руке. Нарезаем наши оливки. Затем я добавлю немного розового перца. Прям туда. Розовый перец, это на самом деле не розовый перец, но его так называют. Он очень пряный и очень ароматный. Очень хорошо подходит к рыбе. Слегка поливаем еще лимоном. Все это перемешиваем. Оставим на некоторое время шеф-повара Юрия Витошина за приготовлением очередного кулинарного шедевра и рассмотрим повнимательнее кухню, любезно предоставленную нашим спонсором. Федерико. Великолепная классическая модель для тех, кто понимает толк в тонкостях обольщения. Приятные цвета, мягкие тона, оригинальный декор и изящные итальянские витражи. Увидев ее один раз, вы уже не сможете о ней забыть. Возможно, вы захотите найти что-то подобное, тщетно пытаясь понять, чем же она вас пленила.
Не тратьте время понапрасну. Вернитесь к ней, потому что такая она одна. Как и любая другая классическая кухня, данная модель не перенасыщена металлическими деталями, так что мягкое тепло дерева и изящная резьба – это главное украшение Федерико. Светлые благородные фасады из МДФ толщиной 19 мм выполнены по сложной и уникальной технологии искусственного старения. Декоративные волнообразные вырезы с благородной патиной гармонично сочетаются с резными декоративными пилястрами, коромыслом и карнизом в цвете натурального дерева и прекрасно контрастируют со светлыми панелями гарнитура. Стилизация под старину сегодня в моде. Однако искусственное старение относится исключительно к внешним данным этой великолепной кухни. Внутри, за плавными и грациозными волнами фасадов, скрываются самые современные механизмы – выдвижные и крутящиеся элементы, эргономичные полочки и ящики. Настоящий праздник души для любой хозяйки. В Тольятти организовать пространство кухни вашей мечты помогут в двух специализированных студиях – на улице Жукова, 8, и на первом этаже торгового центра «Фаворит» на Баныкина, 16. Консультанты бесплатно разработают индивидуальный дизайн вашей кухни, подберут вытяжку, мойку и смесители, подходящую столовую группу и удовлетворяющую всем вашим потребностям встраиваемую технику. Более того, при заказе вы получите бесплатный замер помещения, который можно заказать по телефону или на сайте компании. Есть возможность оформить рассрочку на покупку с переплатой в 0%. Срок гарантии на все кухни «Мария» – 5 лет. Выкладываем наш салат. Так, в центр тарелки. Я решил не перемешивать с миксом, но микс у нас там будет. Можно, конечно, использовать форму. Но я решил, что она будет такой хаотичной. Микс. Выкладываем микс. Видите, у нас тут несколько сортов, поэтому аккуратненько все это укладываем. Последние штрихи. Оливковое масло. Ну что, друзья, наш салат с камчатским крабом и артишоками готов. Друзья, как видите, все очень просто. Радуйте своих родных и близких вкусными и интересными блюдами. И пусть вам в этом помогает кухня «Мария». Друзья, все необходимые продукты, а также инвентарь для приготовления ваших шедевров вы можете приобрести в торговом центре Metro Cash & Carry. Здесь всегда в наличии около 30 тысяч наименований продовольственных и непродовольственных товаров, как ведущих мировых и российских брендов, так и самых доступных в своей категории. Ежедневные поставки товара и непрерывный контроль качества продукции обеспечивают широкий выбор сезонного ассортимента, свежей рыбы, мяса, молочных продуктов и деликатесов, а также фруктов и овощей. Благодаря большим объемам закупок в Метро добиваются лучших условий от поставщиков, а значит, предлагают наиболее выгодные цены для вас. Открывайте для себя новые вкусы благодаря богатству выбора в Метро. Метро. Дело в доверии. Наша программа подходит к концу. Сегодня мы снимали ее в цветочной лавке «Ле Бутон». Живые цветы на любой вкус, оригинальные композиции и букеты, а также самые необычные подарки в эксклюзивном оформлении от профессиональных флористов. В цветочной лавке «Ле Бутон» для вас упаковка и открытки на все случаи жизни. Пусть праздничные дни наполнят вашу жизнь яркими событиями и волшебным ароматом цветов. До скорых встреч! Пока-пока! Благодарим за сотрудничество партнера выпуска «Цветочную лавку «Ле Бутон». Кухонную студию «Мария», многофункциональный торговый центр «Metro Cash & Carry», нашего любимого шеф-повара Юрия Витошина, а также всех тех, кто нас поддерживает.